Пощадите меня, дядька! Помогите, помогите! И мы... Экстуса выпьем, нифига он такой... Йоу, на связи Kind. Всем добро пожаловать, и сегодня я первый раз пробую играть в Dark Souls. Попытаемся с вами убить сегодня первого босса. Для меня это будет что-то новое, я надеюсь, у меня все получится. А ты держи за меня кулачки, ставь лайкосики, подписывайся на канал, пиши комментарии и тому подобное. Блин, у меня наушники сломаны, неудобно. Так, ты кто такой? Прочесть послание. Захват, сброс цели, окей. Так, захват. Иди ко мне. Оу! Давай. Я рыцарь в доспехах. А, нифига у меня такой мощный урон. Вот это я понимаю. Следующий. Так, это получается... Ага. Так, пепельная фляга с эстусом. А что такое эстус? А, это, видимо, ХП восстанавливать или нет? Давайте проверим. Я хочу проверить это. А ну, ударь меня. Пиу. А, он уснул, ему, видимо, наплевать на меня, да, то, что я тут бегаю. Он, короче, понимает, что я тут первый раз играю. Давайте. Тихо, ну-ка. Да, это восстановление ХП. Тихо, пацаны! Ой-ой-ой, одним ударом двоих, одним махом двоих. А, нет, показалось мне. Мне... Ты чё? Я... Подожди, а чё так сложно? Так, у меня получается... Одна хилка осталась. Так, туда мне, да? Мне туда, получается, надо идти. Так, это что такое? Меч какой-то. Разжечь костер могу. Давай разожгем. И что мне это даст? Отдохну. Я могу отдыхать, но это классно! Так, отдых, ок. Оставить. Оставляем, идем дальше. Так, вижу одного. Одного, например, там внизу никого больше нету. Нету. А, вот еще один. Здорово! А ну-ка, как парировать у меня явно не получается. Давай еще раз попробуем. Оп! Так, это не парировать. А, вот парировать. Ну-ка, давай. Спарируем удар. Ну! Не, не получается. Эй, бамбалела, я тут. Блин, мне нравится эта игра. А, минус. Еще один. Так, беги. Окей, блок. Щит! Щиты в бой! Да поднимем мы щиты! Так, ох, понял, к ним нельзя поворачиваться в момент удара, да? Окей, let's go, выпьем. Экстуса выпьем, нифига он такой. Изи. Хоп, вот это я профессионально увернулся. Доспехи бога на мне. Мне наплевать на ваши удары, потому что я мощный. Так, подожди, это босс? Я дошел до босса, до первого босяра дошел. Это будет славная битва, или это не босс? А, подожди, у меня будет этот меч, я буду с этим мечом бегать? Найс, а где он? А как не? А, не, подожди. Так, фокус. Да, это босс. Судья Гундир, Или судья... Вот это у него реакция! Так, постоянно держим щит. Оп. О, да. Дамаг не проходит. Давай, бамбалейла! Бьем. Он какой-то легкий. А, нет, подожди, он не легкий. Я ошибся! Пощадите меня, дядька! Блин, музыка эпичная. Я надеюсь, не сильно громко. Кайф. О, если бы он попал мне по башке, он бы меня просто в землю бы вкопал. Я был бы... Да почему я всегда все мимо бью там? О, он промазал, он тоже промазал. Меня больше всего музыка пугает. Она какая-то эпичная. У меня нету хилок, дайте хилочку. Помогите. О, what the fuck. Подожди, чуть-чуть осталось, Я ему почти половину ХП забрал у него. Хоп, вот это профессионал. Кто... А, нет, я не увернулся, да, получается? Опа, обманул я тебя. О, беги, Ронин.
Я взял рыцаря, потому что мне сказали, что на рыцаре легче всего начинать игру. Что это такое? Кто? Кто начинающий? А? Все, что ли? Я... И мы погибли. Ладно, это мой первый запуск Dark Souls, поэтому как бы наплевать вообще, я сейчас его замочу. Я, кажись, понял схему. Надо просто ловить тактические его моменты. Я не буду с этими говнюками драться, я не хочу терять время. Быстро к боссу. Пошел с моего пути, говно. Вот, а он сразу встает. Он сразу получает. Так, фокус на него. Получается, я на него фокусируюсь. Хоп, хоп. Подожди, он же прыгает на меня, да? Как, в какие моменты он прыгает, когда я далеко, да? Вот, опа, вот так. Раз, два, три. Три удара. Даже два, наверное, надо делать. Три не успеваю, три делать. Он перебивает меня, начинает потом. На, стой. О, вот это я хорошо сделал. Ты не ожидал? Давай ко мне. Чувствую запах победы. Чувствую, говном запахло. Ты обосрался. Куда ты бьешь, Бамбалейла? Я тут. Я уже больше половины... О, не-не-не-не-не-не-не. Я даже не заметил, как я ему больше... А, помогите! Кто это такой вообще? Это нечестно. Это какая-то вторая стадия. Мне знакомые не говорили о ней. А, я... Смотри, он меня не... А, надо под ним находиться. Нет, не надо. Под ним не нужно находиться. Тихо, дай запиться, говно, собака сутулая. Помогите. Подожди, я могу бежать просто. Я могу просто спрыгнуть. Ой. А что за зелененькая? Хилочка. Чуть-чуть осталось. О, ему тоже чуть-чуть осталось. Я успел запиться. Нет! Чуть-чуть, еще. Да! Я это сделал! Со второго раза? А я убил босса. Это же босс был? Или вы мне сейчас напишите в комментариях, что это обычный моб? Я считаю, я молодец. Со второго раза убить босса, первый раз и запустив Dark Souls, я считаю, это уровень. Так, что у нас там? Подожди, мне надо как... А, мне же надо сохраниться. Давай сохранимся. Оставить. Это я сохранился? Так, справа внизу это что? Это мои бабосики типа или чего? Судя по всему, да. Нифига так атмосферно двери-то открывают. Калиточка. Воротина, отворись. Так, сломанный меч. Я взял какой-то сломанный меч. Братишки, я думаю, будем на этом заканчивать. Если вам понравится этот видосик по Dark Souls, как я одолел первого босса, пишите в комментариях, снимем вторую серию по Dark Souls, коротенькую. Чисто буду снимать иногда боссов, когда будем убивать с вами. С вами был Kind. Дяйоу! А, да, братишки, сестрички, не забывайте, что после игрового летсплея, после этого видосика, выйдет видео на реакцию какого-нибудь видосика, ужасов там, не знаю, ТикТока. В общем, кто меня смотрит, кто подписан на меня, знают, что у меня выходит видео реакции, видео летсплея. Чередую. Всем спасибо за внимание, с вами был Kind, пока. Какой пока? Подожди. Дяйоу!